Проверка показала, что большинство школьников обеспечены светлячками, которые помогают им быть заметными на дороге. Тем, у кого световозвращателя не оказалось, сотрудники ГИБДД подарили их вместе с листовками по правилам их применения. Представители родительского патруля, руководствуясь правилом безопасности детей, это общее дело, активно участвовали в проверке наличия у детей световозвращателей и провели серьезную разъяснительную работу со школьниками, не имеющими на одежде и рюкзаках световозвращающих элементов. Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости использовать светоотражатели в темное время суток. С 1 июля 2015 года пешеходы обязаны иметь световозвращатели вне населенного пункта, при переходе дороги и движении по обочине или краю проезжей части, в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.